Здорово, пацаны! Сегодня у нас уже первый месяц лета заканчивается. И у нас как бы жара стоит на улице. В общем, все гуд. Вот все гуд, а вот нога у меня болит до сих пор. Там кто знает, кто не знает, там один оголтелый сотрудник МВД мне открытый перелом обеспечил. Вот теперь май, сентября месяца, как бы кости срослись, а нога болит. Поехал я в ортопедию в Москву. С томографией, там, с КТ, с МРТ. Потому что здесь мне говорят такие, типа, я пришел в больницу и говорю, у меня нога болит, говорю, вообще нереально. Они говорят, такие, надо ломать. Я говорю, да ладно, блин, и так 4 операции, куда еще ломать-то? Только в себя пришел. Они говорят, такие, ну а что, надо ломать. Я думаю, не, ломать не хочу. Думаю, дай-ка я съездил лучше в Москву, в институт ортопедии. Приехал туда с этими, с МРТ, с КТ, короче. Они такие посмотрели и говорят такие, а зачем тебе тут ломать-то что-то? У тебя тут и так все ясно. У тебя все связки на голеностопе порваны. Не знаем, почему они тебе их тут не сшили, не закрепили, ничего. Я такой думаю, о как. 4 операции делали, а связки так и не поправили. Думаю, охренеть можно. Вот это, думаю, фантастические врачи. Ну и в итоге они мне такие говорят, мы тут можем тебе операцию типа сделать. Как бы, я говорю, еще опять, потом пластины, вот это вот канитель. Они говорят, нет, сделаем один раз. Типа, какие-то там европейские или американские там штифты вставим, саморассасывающиеся, там закрепим связкой. Короче, один раз операцию сделаем, и все будет гуд. Я говорю, о, как здорово. Я говорю, а ценник какой? Они мне такие говорят, 320 ксари. Я такой думаю, ого, машину купить можно. В руках таких денег не держал никогда. Ну и типа говорю, ладно, там денег накоплю, короче, приеду к вам. Ну и все, там думаю, ну может какой-то мышечный каркас там на работу. Хотя мне сразу сказали, это маловероятно, так и будет у тебя вся эта канитель. Будешь прихрамывать, нога будет болеть. На погоду круто, кстати, ужасно. Ну и что-то вот как-то с пацаном зазнакомился там с одним из Кисловодска, с Жекой Котельниковым. А у него там то ли теща, там, то ли какой-то родственница, короче, работает в санатории в Кисловодске. И говорит, очень хорошо помогает вот насчет там суставов, связок, всякие грязи, там грязелечением там занимается. Ну и он как-то у нас там пару футболок заказывал там, ну и... А в ответку там прислал мне там из санатория грязей. И я вот тут типа сейчас буду заниматься грязелечениями. Потому что вроде как бы говорят, грязи это гуд. И там все здорово, там помогают грязи. Не, ну я сам-то в лагере в школьном был, когда-то там в Феодосиях, там во всяких люди там грязями там лечились, мазались. Ну, в общем, прислал он мне вот таких штук, короче. Вот здесь вот вроде как какая-то грязь лечебная. Вот, там что-то написано на ней. Вот сейчас буду запытывать эту грязь. Не знаю, что получится, но грязь это гуд. Сейчас будем эту грязь разбирать по частям. Не знаю даже, как это, что первый раз в жизни я эту штуку вижу. Грязь-то грязь, там, ну, понятное дело, там на юге грязи там мажешься и все. А здесь какая-то грязь в пакетиках. Ух ты, прикольно, слушай. Ой, грязь какая-то черная там. Ну, я так предполагаю, что это надо делать, наверное. Ладно, сейчас, надо сперва ногу как-то закинуть, что ли. Оба. Ножку мне, конечно, подизуродовали они капитально, блин. Всю бедную мне исхренарили. На пляж страшно выйти. Короче, берем вот этот
мегапластырь. Опа. Я понимаю, что это делается типа вот так. Опа. Грязь. Пахнет, как будто грязь из болота какая-то. Ну, вроде грязь-то лечебная. Вот надо полчаса сидеть с лечебной грязью. Ну вот, в общем-то, короче, вот так вот я наложил вот этот грязевой пластырь, или как она там называется. Обмотал целлофаном, как они рекомендуют. И вот сижу тут, типа, принимаю грязевое лечение. Кстати, грязь это с озера Тамбукан. Это иловая сульфидная грязь. Во. Вроде как бы очень полезная там для суставов, для связок. Ну, не знаю. Ну, по крайней мере, буду надеяться, что какое-то там облегчение это все-таки мне принесет. Потому что все равно это напряжно, как бы. Ну, можно вот там, типа, утром встаешь, расходился, там, на тренажер залез, походил, вроде ничего. И вот так вот, как бы, день вот ходишь, но к вечеру трындец, короче, нога, сустав распухает, ночью заснуть невозможно. Обезболивающие, естественно, ну, какие у нас тут они продаются, там, херня какая-то. Там, что их пей, что не пей, лучше их вообще не пей. Как бы, ну, вот так вот маюсь. Знаю, когда это все пройдет, хрен его знает. Да, вот от скуки тут на балконе перцы развожу. Перцы, кстати, такие прикольные, вроде как бы должны быть такие, как вот в детстве, я помню, у всех на кухне рос этот перец, такой маленькие деревья там, типа, и на них там какой-то огненный перчик. Вот такие семена заказал, вот вроде пытаюсь тут вырастить. Но они такие интересные, какие-то круглые. Вот один тут уже здоровый есть такой, круглый перец, прикольный. Вот должен быть хороший урожай огненных перцев. Ну, всякие вот тут. О, посадил тут клевер тоже. Все, от нефиг делать, короче. Думаю, дай посмотрю, вырастет ли тут клевер. Ну, блин, как начал расти клевер, с ума сойти. Ну, по идее, должен быть такой ярко-красный. Но это, наверное, уже ближе к осени или в августе месяце. Не знаю, как и на балконе клевер тут растет. Фиг его знает. Мне тут мой гитарист Владислав Валерьевич на день рождения подарил вот такую книжку про Оззи Осборна. Называется «Все, что удалось мне вспомнить». Книжка довольно-таки прикольная, блин. Это автобиография, кстати, без цензуры, там 18+. Это бестселлер. Типа того, блин. Очень всякие занятные тут моментики написано, блин. Тут с одних только, от основного содержания можно охренеть, блин. Типа, как я убил пастора в доме ужасов. Типа, глава так называется. Ведьма и нацисты. Потом, чуваки, вы совсем не черные. Вот это вот так и содержание такое вот, блин, типа. И заканчивается там, типа, последняя вот часть, вторая, там, снова мертв. Оззи, короче, жёг, конечно, здорово. Короче, блин, при поддержке Rock FM книжечка вышла. Очень крутая, блин. Я очень рад. Спасибо Владиславу Валерьевичу. Пока у меня там компресс стоит, блин. Тут на память у меня всплыла такая информация, блин. В 19 году мы были с супругой на Бруталосаульте. Вот, кстати, стаканчики оттуда вот там. Сзади тут команды какие выступали там. Стаканчики разненькие там всякие, блин. Официальный был вот этот мерч с бараном с огненной башкой. Бруталосаульт 24. И после этого, короче, долбанула пандемия, блин. И
как бы все время этот Бортала-Асфальт переносится. Вот в этом году все-таки он состоится. Пандемия закончилась. И вроде бы как бы юбилейный 25-й должен состояться. У нас вот куплены билеты, куплены отели. Нет только билетов на самолет и визы. Как бы так. Ну тут же опять войнушка началась. Как-то прорваться непонятно. Какими-то обходными путями. Хрен его знает. И что вообще там творится. Как-то так. Но зато есть приятные воспоминания о том, как было прекрасно в 19-м году там. Вот у меня тут на память книжечка есть о Бортала-Асфальте 19-го года. Да, тут все сцены расписаны. Как бы, ну, типа, что там вообще, мерч, вся фигня, кто выступал. Схема, короче, вот это вот крепости Яромеш. Там прикольно довольно-таки. Бастионы, там все дела. Фортификационные сооружения различные. Крепостные валы. Очень прикольно там было. Есть один немаловажный факт, который я точно могу неопровержимый. Я привез, короче, с собой вот такую штуку оттуда. Егермейстер, все знают, да, что такое егермейстер? Его продавали там вот в таких пробирках. Лазили тёлки там, у них там типа как барабан такой с пробирками. И вот там, короче, налит был егермейстер. Покупаешь егермейстер, прям берешь из пробирки, выпиваешь. Вот я там купил, покупал вот этот егермейстер. Вот хренак его там долбанул, как будто салутыгу какую-то выпил. Вкус такой вообще, ну, блин, как лекарство какое-то. Но я тогда первый раз пил егермейстер, я не знаю, почему-то раньше, как-то, во-первых, он здесь очень дорогой, и как бы не всем по карману, мне явно был не по карману, но там вот я, короче, решил его попробовать, попробовал, блядь, очень сильно проникся, как бы, этой штуки. И такой, думаю... Приехал в Россию, думаю, обязательно надо освежить воспоминания. Пошел в Красно-Белое, купил егермейстера и начал его пить. Блин, разница фантастическая, короче, блин. Я сразу понимаю, что это какая-то бодяга, а вовсе не настоящий егермейстер. Да, не знаю, намешали там какого-то таежного бальзама, там, я не знаю, блин, или какой-нибудь там стрелецкой степи. Ну и типа, давай там лейблы клеить, короче, блядь, бутылки там закупили там с акцизкой, ну, там хрен его знает, короче, там явно, в общем, это не егермейстер. И еще одна такая канитель. На официальном сайте Бортала-Асфальта там есть линейка, короче, егермейстеров. Ну там Бортала-Мейстер, короче, есть там. И я там натыкаюсь, новая линейка, егермейстер манифест. Он там покрепче, чем этот егермейстер. И он такой вообще янтарного цвета, там и бутылка чуть-чуть другая. Начинаю, короче, искать там на каких-то сайтах, пытаться это все купить. Может, думаю, под заказ, потому что здесь точно нету, все так пробил. Блин, и натыкаюсь на такую канитель, что это не для продажи в России. Я думаю, ну как так-то, блин? Блин, ну думаю, ну опять в России одно говно гонят, короче. Сами там, блин, чем-то себя почуют козырным. А нам всю дорогу вон в КБ. Во, хочешь, егермейстеры, шуруй в КБ. Бери там бальзам «Стрелецкая степь» с наклейкой «Егермейстера» и дуй ее. Как-то так. А там, блин, пил из вот этих пробирочек, блин, и на утро вставал, и голова не болела, и вообще как-то прекрасно. Я не знаю, я, конечно, не расхваливаю Европу, но еда там очень разнится. Мы нашли там недалеко от Академик Хостела, где мы жили, магазин Альберт. Вот там покупали еду, еда довольно-таки качественная, это не пятерочка и не магнит. Я там даже закупил себе рома. Тогда капитан Блэк, блин, ром тоже был вообще шикарнейший.
Здесь он тоже продается, но я сразу по цвету вижу, что это не то. Это какая-то бодяга. Хотя ценник тоже такой очень высокий, но я даже и не пытался его покупать, потому что, думаю, мне хватило Егермейстера, уже один раз обжегся, думаю, сейчас я этого куплю, такая же фигня. Тут прям пьешь, он вязкий, там сладковатый вкус, блин, вставляет, от него весело. Здесь же пьешь вот это вот, от него, блин, сразу, блин, в глазах становится ярость, бычка. Утром просыпаешься, голова греется, башня текет. Сразу надо опять в это долбанное КБ бежать, блин, что-то покупать, блин, как-то спасаться, как-то так. Так что вот не знаю, как мы будем пробираться на Брутал-Ассауль. Конечно, очень хочется туда попасть, но в связи с событиями, которые происходят, даже не знаю. Не знаю даже. Тут с визами какая-то проблема. Вроде хотели визы сделать через Грецию, а тут, оказывается, Греция прекращает визы выдавать. Остается только Финляндия. Блин, там тоже непонятно. Уедешь туда, обратно не вернешься. Хотя многие сейчас скажут, да зачем возвращаться там и так. Хотя я родину люблю, поэтому возвращаться надо по-любому. Только вот как туда пробраться. Конечно, хотелось бы посмотреть опять кучу этих славных команд. Опять там будет Каннибал Корпс играть. Хотелось бы опять там угореть дико. Да много там хороших команд. Да. Муниципальные отходы там будут играть. Блин, я люблю эту команду. Вообще там у них вокалист такой крикун. Прикольный. Веселый крикун. Очень задорный. Да и много там, конечно, команд прикольных. Лорды из Венома там будут. Старики, правда, но все равно хоть вживую посмотреть было бы очень круто. Ну вот, в принципе, прошло тут полчаса уже. И, наверное, уже можно снимать эту всю штуку. Как бы полечился грязью. Жена говорит, это самое... Не выкидывай. Типа, маме отнесем. Типа, можно по два раза использовать. Ну, блин. Эх. Так. Распечатываем всю эту канитель. Как-то так. Опа. Грязь. Вот так грязь. Опа. Оба-на. А вот это сам грязевой пластырь. Спасибо еще раз Женьку Котельникову из славного города Кисловодска за то, что мне такую штуку прикольную выслал. Потому что где же я тут в Орле грязь-то наберу? На озере Светлая Жизнь там с пиявками, блин, с улитками, если только там начерпаю какой-нибудь. А это целебное. Короче, вот такая вот штука. Опа. Теще отдам. Пусть локтевые суставы себе там полечит. Ну, типа того. Опа. Ну, наверное, какой-то эффект все-таки присутствует. Но это, естественно, не один раз. Я тут уже недели две делаю. Женек прислал достаточное количество. На самом деле, да, по два раза можно использовать вот эту штуку. Когда? Только надо держать это в холодильнике, а потом перед применением слегка прогреть ее, как бы, чтобы эффект был получше. Как-то так. На самом деле все хорошо. На улице лето. Коплю деньги на операцию, принимаю грязелечение. Как бы по осени должны быть концерты в Москве и в Санкт-Петербурге. Готовимся. Как-то так. Пацаны, всем здоровья и благополучия. Пока.
Пацаны, совсем забыл сказать. Я когда узнал про грязелечение, думаю, где эту грязь-то брать-то? И пошел грязи набрал, короче, целый таз. Думаю, вот она грязь-то какая орловская, жирная. А потом смотрю, из нее что-то расти начало. Думаю, да ладно, оставлю ее в покое. Вот так вот. Ладно, это шутка была.